Настоятели Иупцкапе, Иупцфилорета и Макария могут не допустить к выборам главы новой украинской церкви. Главы Упцкиевского патриархата Филарет, Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви, Упц, Макарий, Малетевич, не смогут участвовать в выборах на высший пост в создаваемой усилиями Константинопольского патриархата новой украинской церкви. Об этом в субботу, 3 ноября, заявил управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Антоний, сообщает ТАСС. Есть информация о письме с Фанара, квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха. Редактор, направленного в Киевский патриархат, и УПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий, заявил митрополит в эфире одного из украинских телеканалов. Ранее Петр Порошенко и патриарх Варфоломий подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.